Дом по улице Данченко, 15, был построен в 1964 году. За долгие годы конструктивные элементы здания пришли в негодное состояние. По многочисленным заявлениям жильцов общежития, из городского бюджета были выделены средства на ремонт дома. Летом был выполнен капитальный ремонт крыши этого дома. Где-то начиная с сентября начались работы и выполнены уже по ремонту отмостки вокруг дома. Ремонт козырьков в трех подъездах жилого дома. Входы благоустроены к подъездам, выложены тротуарной плиткой, заменены скамейки. Произведен ремонт цоколя дома. Цокольной части дома штукатурена, окрашена. Помимо строительных работ наружной части здания ведется и ремонт мест общественного пользования. Душевые кабины пришли в негодность, значительно изношена гидроизоляция, поэтому происходят течи, протечки воды. В настоящее время в четырех секциях, двух уже выполнено, в четырех секциях производится ремонт гидроизоляции душевых кабин. Жители дома долгие годы ждали таких изменений. Однако есть еще некоторые пожелания. Очень, очень долго ждали мы этот ремонт. И великая благодарность тем людям, которые помогли, что сделали этот ремонт. А пожелания еще такие, чтобы с жильцами, с помощью жильцов сделать ремонт в подъездах, потому что стены обрушиваются. Подъезды дома номер 15 по улице Данченко, конечно, оставляют желать лучшего. Однако их чистота и опрятность во многом зависит от самих жильцов. Проблемой остается то, что большая часть комнат в общежитии сдается. Поэтому заинтересованных людей в улучшении технического состояния дома не так уж и много. А то, что было и еще будет сделано, работники горжилуправления призывают беречь. Хотелось бы, чтобы отношения, после того, как вложены средства, как сделан такой ремонт, чтобы люди как-то осознали, что нужно беречь, сохранять. То, что бережно как-то относиться к тому, что выполнено городом, что мы вкладываем эти средства для них, и они должны ценить это. К концу следующей недели подрядчики планируют завершить ремонтные работы в доме номер 15 по улице Данченко.